уголовная ответственность застройщика. В мае 2016 года в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья об уголовной ответственности застройщика, номер 203.3 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. Изменения в УК РФ, конечно, являются хорошим сигналом для строительной отрасли, однако эти изменения никак не помогут дольщикам, находящимся в сложной ситуации. В силу статьи 10 Уголовного кодекса, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающее наказание или иным образом ухудшающее положение лица, обратной силы не имеет. Таким образом, статья 203.3 распространяется на ситуации, которые возникли после 12.05.16, даты вступления настоящей статьи в силу. Поэтому уголовное преследование по данной статье возможно только при совершении преступления, предусмотренного статьей 203.3, начиная с 12.05.16. Каким-либо образом повлиять на ситуацию, связанную с привлечением денежных средств ранее, данная статья не может. Поэтому застройщики предусмотрительно начали осваивать схему жилищно-строительных кооперативов, ЖСК, о которой мы рассказывали ранее в публикации «Как выйти из ЖСК и вернуть деньги». Следует обратить внимание и на то, что схема ЖСК напрямую указана в части 2 статьи 1 закона об участии в долевом строительстве. Таким образом, можно ожидать увеличения объема разбирательств с участием ЖСК в ближайшие годы. К данным разбирательствам мы уже готовы. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.